столетию ТАССР посвящается. Ноября 2004 года в Казань приехал легендарный советский и российский поэт Евгений Евтушенко. Линия борьбы вообще за будущее России, она проходила не только там где-то в Москве или в Петербурге, или по Красной Пресне, она проходила через лаборатории, через кабинеты ученых, через души студентов. Было замечательное поколение людей. К сожалению, мы до сих пор не соответствуем их идеалам. Повод – 200-летний юбилей Казанского университета. А Евтушенко, как известно, автор поэмы «Казанский университет». С Казанью поэта связывает давняя дружба. В 1969 году он изучал историю нашего города в казанских музеях и архивах, встречался с очевидцами исторических событий в университете и впервые читал стихи в легендарном актовом зале Казанского университета. У нас только большое учебное заведение, более 30. Только в Казани, нашей столице, вот проживает 1 100 000 жителей, из них 110 тысяч студентов. Вот и в этот раз его стихи звучали со сцены концертного зала «Уникс», где собралась практически вся политическая и культурная элита Казани. Для участия в торжествах в столицу Татарстана также приехал министр образования страны Андрей Фурсенко. Казанский университет всей своей истории показывает, как надо строить будущее страны. И очень здорово, что сегодня, входя в университет, мы видим, что это не только история, не столько история, это сегодняшний день.